Так и остался.
она не поймет. А он прихватил еще пять и всю компанию. С музыкантами. С музыкантами. Я отдал последние три аванса, да, и привез его сюда. Воды. Дай ему воды. А я всегда буду тебе крестным отцом. Я же говорил, сначала были поминки, а потом крестись. Ай, ты перекрестись, брат, ты уже дома. Вижу, что дома. Это вина. Воду даю. За вино платить. Деньги, а что такое деньги? Вода. Так выпьем за вечный источник. Кажется, неплохой тост получается. Дядя, если бы в Грузии платили за тост, вы были бы самым богатым человеком. А пока что я истратил на ваших музыкантов и поэтов все свое месячное жалование. Жалование? Да. Никто никогда не работал. Ты знаешь, что такое княжеская честь? Да не знаю, брат. Ее ни за какие деньги не купишь. Ни за какие деньги не купишь. У тебя не осталось еще 10 абазов. Надо выкупить у духальщика мои часы. Дядя! А у тебя сестра? Где мой браслет? Не будем считать. Эрки-берки, мужик! Я верну слово князя. Ты что, забыл наш древний обычай? Если князь клянется своим усом, это дороже всяких расписок. Да, но ваши долги растут быстрее, чем ваши усы. Ну, погодите, погодите. Вот женюсь, рассчитаюсь со всеми долгами, уеду опять от вас. Петербург. Петербург. Сэмманы фиг. Как говорят французы. А, и опять все промотаешь. Что ж ты будешь делать, когда вернешься? Опять женюсь. Дай Бог вам, дядя, самую красивую, самую богатую, самую умную. Умная на него не пойдет. Меня любая пойдет. Я на улице не валяюсь. Да как это не валяюсь? Очень даже валяюсь. Брат, пойдем, я помогу тебе переодеться. Быстрей, быстрей. Все скажут,
Тимофе! Я пойду. Ну как что иметь будешь? Комиссионные иметь будешь. Вау! Держи 10 абазов. Не хочу. Это задаток. Хочу. И 30 после свадьбы получишь. Вот это я очень хочу. Ладно, что ты сидишь? Иди, князь, занят. Опоздала ты, Кабаков. Лучшая сваха Ханума моему князю невесту засватала, гуликом махна! Ханума! Ханума! Да если я... Известно, кто еще из нас будет Ханума! Что ты решишь? Я говорю, иди, князя зови! Князь! Сваха пришла! Князь! Сваха пришла! Кабаков? Ты зачем пришла? Ханума уже нашла моему брату невесту. Далеко махнанцы. Уже из список Ритана вам прислали. Пойдем, брат. Папа, погоди! Ну ты послушай, какую я тебе невестку нашла! И ни гроша с тебя не возьму! Бесплатно! Не может он! Смотрину у нас сегодня! Свадьбы? На что там смотреть? На что? На что? Как на что? Ты спрашиваешь? Да. Прочти этой нахалке список приданного. С удовольствием! Бриллиантовых колец 5. Родочных овец 25. Ковров текинских 12. Табунов осетинских 15. С половиной. Вай-вай-вай! Вы что, поверили это к холме? Ковры мою проедем. Овцы давно съели. Бриллианты фальшивые, с которыми фальшивые. А невеста? Три жениха со смотрин сбежали, четвертый там остался. А чего? Бежать не мог. А вот у меня невеста! Ой, князь дорогой, иди сюда. У меня невеста. Слышно, как персик, как маслины, губки, коки, зимы. Что ты мне про фрукты, овощи рассказываешь? Он на невесту дают говорить. Да, ой, князь, если список читать, то дня не хватит. Единственная дочка у отца, ничего для нее не жалеть. А какая красавица, стройна, как тополь, нежна, как персик. Я уже слышал. Но отец у этого персика. А блабарский купец честь тебе оказал. И не качка, какой-то купчишка. Да еще с облабарским. Микич Катрянов! Да чтоб глаза мои ослепли, руки мои отсохли, зубы мои выпали, ни один зуб для зубной боли остался. А еще я тебе, князь, доложу, что сегодня в 10 часов твой дом, пожалуй, сам Микич с приказчиком и со своим списком. 10 часов. Который теперь час? Да. Слухание, где вы часы оставили без пяти. Все его! Помолчи! Что мы ханоме скажем? Что же там сосвету живем? Ваймай, князь! Что-то я совсем запуталась. А кто в этом доме князь? Ты князь, или может быть это как ее? Ханума!
Действительно, я князь, я решаю, на ком жениться. И невеста богаче, и сваха дешевле. Так ты вот, Ханума придет, скажи, меня дома нет. А на грядцев течет прямо в дом. Моментально. Какой дом? Одна тахта осталась. Приедем в саду. А угощать? Идет. А угощать чем будешь? В доме? Хоть шаром покатили. По-французски. Ты помнишь, Тимотей, как? Помню, конечно, как князь Египтяне от ними назвали. А за вино сбегай к Адамяну. Там не дадут. У Кострянцу. Вот там дадут. Ваймая, что ты стоишь? Да по шее-то тут, если я еще раз приду. Иди!